Привет, друзья! Вы смотрите «Экспресс новости» на канале «Алга Петербург». В этом выпуске продолжим ностальгировать, так как карантин продолжается. Димаш в своем инстаграм разместил пост «Что только не случается на моих концертах». Подписал артист забавное фото с концерта двухлетней давности, который проходил в Китае в городе Шэньчжэнь. Видеозаписи с D-Dynasty World Tour в китайских городах Чанша, Фунчжоу, Шэньчжэнь стали прекрасным времяпрепровождением для многих DR на карантине. Интересно, а вспоминает об этих концертах Райан Брадич? Райан – это бас-гитарист, который работал с Димашем на этих сольных концертах. Вот какими мыслями он делился в своем инстаграм в то время. 11 декабря 2017 года. Закончилась неделя репетиций с удивительным Димашем Кудайбергеном. С нетерпением жду начала тура на следующей неделе в Чанше. 20 декабря 2017 года. 10 минут после нашего выступления на бис с Димашем фанаты все еще кричали его имя. Охрана была вынуждена остановить нас, сказав не паковать наши инструменты и уйти со сцены, чтобы публика поняла наконец, что концерт окончен. 6 января 2018 года. Еще одно безупречное выступление с Димашем. Этот парень, безусловно, лучшая поп-звезда, с которой я работал. И настоящий класс. И, наконец, 20 мая 2018 года. Отличное шоу с Димашем в Шэньчжэне прошло ночью. Этот парень классный актер, и я обещаю, что вы будете слышать его имя все чаще и чаще, поскольку он продолжает расти как артист. Честь играть с ним и остальной командой группы. Профессионалы восхищаются Димашем. Любители восхищаются Димашем. Весь мир восхищается Димашем. Что это? Талант? Обаяние? Харизма, любовь к своему делу или природный магнетизм – решать вам. Но вы будете слышать его голос снова и снова. Алга, Димаш! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.